Мощному обстрелу подверглись этой ночью населенные пункты, провозглашенные Донецкой республики. С наступлением темноты украинские силовики начали наносить удар за ударом. Снаряды летели в сторону Донецка, соседней Макеевки, Спартака, Докучаевска, Горловки, прифронтовых сел на юге ДНР. И везде пожары и разрушения. Масштаб еще предстоит оценить. Местные жители, которые давно научились различать тип орудий, говорят, что по ним стреляли из крупнокалиберных минометов и градов. И что таких сильных обстрелов не было давно. В столице республики, по данным мэрии, погиб один человек, пятеро ранены. Еще один убитый мирный житель в Тельманово.